Всем еще раз добрый день. 14:37. Температура воздуха 18 градусов. Если честно, я видел даже 19 сегодня. Но она везде меняется. Пока едешь по поселку, там 18, там 18,5, там 19. В общем, как-то так. Заехал на пляж с моря. Или Багратион, я еще даже не знаю. Цель показывать пляжи у меня нету. Просто хочу показать вам море сегодня. Я сейчас снимал, кажется, не так давно ролик. Либо вы видели, либо еще увидите. И в пене его уже видели, и без пены. И как только вы не видели этот бедный пляж. Видите, как его разворотило. Сейчас ребята все убирают, налаживают, наводят порядки. В общем, делают красоту. Саперы по-прежнему занимаются поиском золота-серебра. Сам пляж Багратион вот такой вот сейчас ровненький, аккуратненький. С моря тоже неплохой, широкий, просторный. Вон люди отдыхают там спокойненько с детьми. Пойдемте посмотрим море коротенечко. Как вы знаете, я сегодня бывал в районе гор. Побегу сейчас выкладывать ролики вам. На канале «Природа» ждет вас маленький сюрприз. Ну, еще не ждет. Попозже он будет вас ждать. Маленький сюрприз. Ну, на мой взгляд, очень интересная, красивая картинка должна получиться. Но попозже. Итак, температуру воздуха вы уже знаете. Серебряная такая вот дорожка. В данном случае от солнца. Слегка пасмурная она у нас. Точнее, пасмурно-матовое состояние такое в поселке. Море чистое. Прозрачная, ну в меру прозрачная. Все-таки, если начинаешь присматриваться, понимаешь, что процентов на 80. Может быть, это отблескивает так, а может быть, не отблескивает. Может быть, просто оно само по себе. Состояние воды такое, качество воды матовое. Там, в районе пляжа Прометей, работает техника. Горят костры, сжигают все ненужное. В общем, как-то так вот. Такие вот дела нынче в Лазаревском, если коротенечко днем. Плюс 18, на мой взгляд, даже очень хорошая температура. Даже очень теплая зима, сказал бы я. Вполне комфортная. Чего не скажешь, да, про другие регионы. Смотрел в новостях программу «Вот время» или «Вести», кажется, было сегодня у нас. В 2 часа обратил внимание, послушал. Хорошо у вас там. Тепло. -30, -35. Я уже про Якутию вообще молчу. Там 56, кажется, было. Так что нам насчет этого повезло больше. Такая обстановка в Лазаревском. Такие вот дела, друзья мои. Всем говорю до свидания. Всем пока. Побежал выкладывать все эти ролики, которые я сегодня поснимал. Не скажу, что много, но что-то да поснимал. Татьяновка, Тхагапш немножечко там, коротенечко. Для общего, как говорится, обзора. Ну и, конечно же, завал камней. Напоминаю, основной канал у меня Дзен. А на Дзене у меня еще есть подканал такой про природу. Там, где я молчу. О, туалет открытый. А просто показываю картинку. То есть шум моря, шум горных рек, водопадов. Все это вы можете самостоятельно там послушать. Точнее, в смысле, понятно, что самостоятельно, я имею в виду без моего звукового сопровождения. Я там не гундю ничего, просто хожу с камерой. Либо камера стоит и снимает сама по себе. Для любителей, опять же. Потому что кому-то интересно смотреть такое молчаливое видео с шумом, точнее, природным. А кому-то нет. Тут каждый для себя сам выбирает. Все, всем до свидания. Ну, комментарии стараюсь читать все-таки на Дзене. До новых встреч.